Всем доброе утро! С вами, как обычно, Сергей Багрей, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Тема нашего семинара – ежедневные торговые идеи, секреты внутридневной торговли. Сегодня мы с вами проведем анализ по основным валютным парам, металлам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Не вижу вашу реакцию, не вижу ваших плюсиков, давайте смелее. Все те, кто сумели подключиться к нашему семинару, к нашему чату, дайте себе знать. Но для того, чтобы вы смогли задавать вопросы в чате или написать свои пожелания, вам необходимо будет войти в личный кабинет. Если нет личного кабинета, пожалуйста, пройдите простую регистрацию на сайте alpari.ru, после чего вы получите полный доступ ко всем сервисам компании Alpari. Итак, к нам подключился Андрей. Ну что ж, меня хорошо слышно, видно, так что пора начинать. Приступим. Итак, перед вами открыт график валютной пары евро-доллар. Таймфрейм 1 час. Кратко напомню правила анализа, правила данной торговой стратегии. Итак, стратегия трендовая, поэтому наша главная задача это определить направление тренда. Определив направление тренда, мы с вами сможем распознать расположение главного уровня и расположение главных зон покупок и продаж. Зная, где находится зона покупок или продаж, мы с вами будем понимать, где находятся крупные покупатели или крупные продавцы. Мы с вами также будем знать, когда лучше торговать или когда лучше всего воздержаться от торгов. Ну а тем, кто торгует внутри дня, необходимо дождаться подтверждающего сигнала со стороны тех, кто торгует против тренда. Вы должны понимать то, что даже если мы с вами и находимся в тренде, даже если валютная пара торгуется по тренду, да, то это еще не означает то, что каждый день валютная пара будет торговаться в одном и том же направлении. Есть дни, когда валютная пара корректируется, есть дни, когда случается разворот. Так вот, для того, чтобы мы с вами не попали в эту коррекцию или в этот разворот, рекомендую дождаться сигнала со стороны тех, кто торгует против тренда. И только после получения подтверждающего сигнала о том, что тренд остается актуальным, можно продолжать торговать по тренду. На самом деле все гораздо проще, поэтому давайте мы с вами посмотрим, как это все это выглядит на практике. По валютной паре евро-доллар тренд бычий. Главный уровень расположен по цене 1.0677. Вчера быкам удалось обновить максимум предыдущего дня, подтверждая продолжение тренда. Я пока что не вижу никаких сигналов о развороте. Вчера медведям даже не удалось обновить минимум предыдущего дня, поэтому пока что мы с вами будем продолжать торговать только в одном направлении, в сторону быков. Вчера открыть ордер на покупку мы с вами не смогли. Во время европейской сессии медведи дали себе знать, несколько часов подряд валютная пара торговалась с понижением. Вот как раз здесь мы с вами увидели активность со стороны медведей, был получен медвежий сигнал, был определен медвежий импульс, но возврат цены в зону покупок мы с вами так и не увидели. Этим самым вчера мы с вами должны были остаться вне рынка. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.0902. Уровень, ниже которого будем ждать медвежьего сигнала, ведь мы с вами сперва должны дать шанс и возможность тем, кто торгует против тренда, показать, на что не способны. И только после получения медвежьего сигнала, так как они сейчас являются те, кто торгует против тренда, мы с вами сможем рассмотреть открытие ордеров на бай, но опять же только если мы с вами увидим возврат цены в зону покупок. Сейчас открыть ордер на бай, не получая сигнала со стороны медведей, сейчас открыть ордер на бай по самым высоким ценам за сегодняшний день нет никакого смысла. Наша задача открыть ордер по цене наилучше, используя соотношение 1 к 2 и не меньше. Ну что ж, по евро-доллару пока что мне больше нечего добавить. Я в рынке. Ордер был открыт еще в день 21 апреля. У меня сейчас небольшая прибыль и жду продолжения тренда и рост евро по отношению к американскому доллару. Стоп-лосс у меня выставлен за пределами минимальной цены 25 апреля.
Если вдруг валютная пара развернется, я как минимум сумею выйти с рынка с небольшим профитом. А пока что в ожидании продолжения тренда и рост евро по отношению к американскому доллару. Далее давайте мы с вами рассмотрим валютную пару британский фунт, доллар США. Ну что ж, вы все сами видите, тренд бычий однозначно. Я не вижу никаких сигналов о развороте. Главный уровень по валютной паре британский фунт, доллар США расположен по цене намного ниже, 1.2505. Сейчас торги ведутся по цене 1.2895. Вот уже выше на 390 пунктов. И ждем продолжения тренда. Мне также удалось открыть ордер на buy в предыдущие дни. Ордер был открыт еще в день 21 апреля. Стоп-лосс у меня выставлен за пределами минимальной цены 21 апреля. Ну а что касается take profit, будем ждать рост британца. На 120 пунктов с уровня 1.2810, то есть будем ждать рост до уровня 1.2930. Такой цены сегодня все еще не было, но в ближайшее время я надеюсь на то, что этот уровень будет достигнут, и мы с вами сможем зафиксировать прибыль в два раза больше. Ну а тем, кто готовы держать свои позиции на более долгий срок, рекомендую тогда использовать соотношение 1 к 3, к 4 или даже 1 к 5. Вчера те, кто планировали торговать по тренду, получили возможность открыть ордер на buy. Обратите внимание на то, что вчера ниже уровня дня медведи дали себе знать. Во время азиатской сессии в первые 3 часа мы с вами увидели активность со стороны медведей. Чуть позже мы с вами опять же увидели активность со стороны медведей. И вот в конце дня, обратите внимание, при преодолении уровня дня, при возврате цены в зону покупок и достижении уровня 1.2837, нужно было покупать, выставляя стоп-лосс за минимум 25 апреля. Размер стоп-лосса примерно 70 пунктов. И ждем рост на 140 пунктов с уровня вчерашнего дня. Это, в принципе, касается тех, кто торгует внутри дня и тех, кто открыли ордер еще вчера. Размер тейк-профита определяется на основе стоп-лосса. Зная размер стоп-лосса, вы сможете с легкостью определить и размер тейк-профита. Никаких индикаторов, никаких дополнительных инструментов нет. Чистый график в чистом виде. Определяются ключевые уровни, поддержки, сопротивления, на основе которых мы уже понимаем четко, где находится зона покупок, продаж и где нам с вами лучше всего открыть ордера на buy или на sell. Что касается сегодняшнего дня, пока что продолжаем оставаться вне рынка. Опоздавшие сегодня открыть ордер на buy не смогли. Пусть валютная пара торгуется с повышением, пусть торги ведутся по цене намного выше. Сейчас покупать нет никакого смысла. Не нужно покупать по самым высоким ценам, при этом не получая подтверждающий сигнал со стороны тех, кто торгует против тренда. Сергей пишет: «Доброе утро, повторите, пожалуйста, главные уровни по евро и британцу». Сергей, главный уровень по валютной паре евро-доллар расположен по цене 1.0677. Тренд бычий. Мы с вами находимся в зоне покупок, там, где мы с вами имеем право рассмотреть открытие ордеров на buy и только на buy. По британцу главный уровень расположен по цене 1.2505. Мы с вами также находимся в зоне покупок и пока что не имеем права рассмотреть открытие ордеров на sell. Тренд бычий. Торговать будем только в сторону быков. Что касается валютной пары доллар США швейцарский франк, тренд медвежий, ведь главный уровень расположен по цене намного выше, 1.0007. Сейчас торги ведутся по цене 0.9933, по цене ниже. Торги ведутся сейчас в зону продаж, там где мы с вами имеем право открыть ордера на sell. Вчера мы с вами открыть ордер на sell смогли только в конце дня. Обратите внимание, и то мы с вами вчера не смогли открыть ордер на sell, прошу простить. Дело в том, что
Вчера, после того, как быки дали себе знать, это было во время европейской сессии, американской сессии. Только в конце дня, в 23.00, мы с вами увидели пробой уровня дня, но все-таки достижения этого уровня после пробоя не было. Поэтому вчера мы с вами должны были остаться вне рынка. Ну а те, кто открыли ордер на sell в день 25 апреля, сейчас, конечно, в рынке с небольшим профитом. Мне удалось открыть ордер в день 21 апреля. Я также в рынке и жду продолжения тренда и снижения доллара по отношению к швейцарскому франку. Пока что я не вижу никаких сигналов о развороте, так что продолжаем торговать по медвежьему тренду. Надежда пишет: рассмотрите, пожалуйста, британский фунт, японскую иену. Надежда, обещать не буду. Если, конечно, нам с вами сегодня время позволит, то рассмотрим эту валютную пару. А пока что идемте дальше и рассмотрим валютную пару. Доллар США, японскую иену. Но не до того, как мы с вами определим действие на сегодня с нашей стороны. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 0.99.30. Уровень, выше которого быки уже дали о себе знать. Обратите внимание на то, что во время азиатской сессии 3 часа подряд валютная пара торговалась с повышением. Вот еще чуть позже 2 часа подряд валютная пара торговалась с повышением. Теперь для того, чтобы открыть ордер на sell, мы с вами должны будем дождаться пробоя уровня дня. И только при преодолении уровня 0.99.30 можно будет открыть ордер на sell. Пока что также продолжаем оставаться вне рынка. Ну, под пробоем я имею в виду закрытие часа ниже уровня дня. То есть хвосты нас не интересуют. Нас интересует закрытие часа ниже этого уровня. Далее мы с вами рассмотрим валютную пару доллар США и японскую иену. Позже мы с вами рассмотрим австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар. Сейчас, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в чате. Если кому-то что-то непонятно, пожалуйста, напишите об этом в чате. Если кому-то что-то нужно повторить, объяснить, пожалуйста, напишите об этом в чате. Напомню, для этого вам необходимо будет войти в свой личный кабинет. Или же, если нет личного кабинета, пройти простую регистрацию на сайте alvari.ru. И только в конце семинара мы с вами рассмотрим металлы, золото и серебро. А если не время позволит, то мы с вами рассмотрим валютную пару британский фунт, японскую иену. Итак, пока что только Надежда подтвердила плюсиком то, что вроде все окей. А остальные что скажут? Я семинар веду не только для Надежды. Давайте смелее. Если есть вопросы, напишите свои вопросы в чате. Если вопросов нет, то просто подтвердите плюсиком, и мы с вами продолжим. Ну что ж, идемте дальше. Доллар США, японская иена, валютная пара, которая продолжает торговаться с повышением по тренду. Ведь тренд бычий, а главный уровень расположен по цене 110.12. В день 25 апреля быкам удалось закрепиться выше главного уровня. Начиная со вчерашнего дня, мы с вами должны были начать торговать по тренду, по бычьему тренду. Но вчера открыть ордер на buy мы с вами не смогли. С первого же часа валютная пара начала торговаться с повышением. Получить сигнал со стороны медведей мы с вами так и не получили. Не было активности со стороны медведей, так что открыть ордер на buy вчера мы с вами не смогли, не имели права. Что касается сегодняшнего дня, уровень дня расположен по цене 111.04. Уровень, ниже которого мы с вами также должны дождаться медвежьего сигнала, уровень, ниже которого будем ждать активность со стороны медведей, и только после чего можно будет рассмотреть открытие ордеров по тренду на buy. А сейчас открыть ордер на buy, опять же, по самым высоким ценам за сегодняшний день нет никакого смысла. Мы с вами должны открыть ордера, получая возможность заработать в несколько раз больше. Многие начинающие трейдеры, наоборот, открывают ордер, к примеру, со стоп-лоссом 50 пунктов, а зарабатывает 10-20 пунктов. Нет, при таком раскладе мы добиться результата вряд ли сможем. Вот только если вы
будете открывать ордера при соотношении 1 к 2, к 3, к 4 или к 5, вы сможете компенсировать убыток по полученным ордерам и еще и заработать. Так что наша задача не только торговать по тренду, но и даже придерживаться основных правил money management. Александр пишет, после пробития часа, после пробития уровня, часовая свечка должна полностью быть за или под уровнем. Нет, Александр, не должна полностью. Только закрытие часа должно быть выше или ниже уровня. Нам не обязательно увидеть все тело свечи ниже или выше уровня. Достаточно увидеть закрытие часа выше или ниже уровня. Что касается валютной пары австралийский доллар, доллар США, тренд медвежий однозначно. Главный уровень расположен по цене 0.7586, уровень ниже которого мы с вами находимся в зону продаж, уровень ниже которого мы с вами имеем право рассмотреть и открыть ордеров на sell и только на sell. Вчера мы с вами увидели активность со стороны быков. Обратите внимание на то, что вчера, еще во время азиатской сессии, в первые 2 часа, быки дали себе знать, в эти 2 часа мы с вами увидели рост австралийского доллара по отношению к американскому доллару. И спустя несколько часов мы с вами увидели пробой уровня дня. Вот, Александр, обратите внимание на то, что в данном случае достаточно было увидеть закрытие часа ниже этого уровня. И не обязательно, чтобы все тело свечи было ниже этого уровня. После чего мы с вами должны были выставить sell limit на уровне вчерашнего дня, ожидая входа в рынок на sell. Как видите, в моем случае sell limit был выставлен, но достижения этого уровня не было, поэтому мы с вами вчера остались вне рынка. Бывают и такие ситуации, не без этого, в этом ничего страшного нет. Не каждый день нам с вами рынок предоставляет возможность торговать, но если вы, конечно, будете стараться торговать по правилам, будете добиваться наилучших результатов. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 0.7472. Уровень, выше которого быки уже дали себе знать. Обратите внимание, сегодня в первые 3 часа увидели активность со стороны быков. 3 часа подряд быки были активными. В эти 3 часа валютная пара торговалась повышением. Вот еще чуть позже, 3 часа подряд, вот уже 4 час подряд, да, валютная пара торгуется с повышением. В общем, мы уже видим активность со стороны быков. Теперь для того, чтобы убедиться в том, что быки не готовы к особым переменам, будем ждать пробоя уровня дня, и только после пробоя уровня дня, только после возврата цены в зону продаж, ниже уровня 0.7472, можно будет открыть ордер на sell по тренду. А пока что также продолжаем оставаться вне рынка. Что касается валютной пары новозеландский доллар, доллар США, ситуация схожая, тренд медвежий, главный уровень расположен по цене 0.7021. Вчера открыть ордер на sell не смогли, не имели права. Пусть валютная пара в последние 2 дня торгуется с понижением. Пусть валютная пара в последние 2 дня торгуется по тренду. Открыть ордер на sell мы с вами не имели права. Возможно, мы с вами сегодня получим такую возможность, но сперва нам с вами необходимо определить сигнала со стороны быков. Сперва необходимо дождаться активности со стороны быков. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 0.6887. Уровень, выше которого быки уже дали себе знать. 3 часа подряд, в первые 3 часа мы с вами увидели рост новозеландского доллара по отношению к американскому доллару. И теперь ждем пробоя уровня дня и ждем возврата цены в зону продаж. Только при преодолении уровня 0.6887 можно будет открыть ордер на sell по тренду. Теперь, что касается валютной пары доллар США, доллар канадец. Тренд бычий. У меня открыт ордер на buy. Ордер был открыт еще вчера. Обратите внимание на то, что вчера во время азиатской сессии несколько часов подряд валютная пара торговала с понижением. Здесь мы с вами увидели активность со стороны медведей. Здесь мы с вами увидели активность со стороны тех, кто торгует против тренда.
И только после пробоя уровня вчерашнего дня и возврата цены в зону покупок мне удалось открыть ордер на бай по цене 1.3569. Стоп-лосс по правилам нужно выставить за пределами предыдущего дня. Ниже минимальной цены 25 апреля, ниже уровня 1.3480. Размер стоп-лосса 89 пунктов. Будем ждать рост доллара по отношению к американскому доллару, то есть по отношению к канадскому доллару, как минимум на 188 пунктов с уровня вчерашнего дня. У меня сейчас небольшая просадка, торги ведутся ниже уровня 1.3569. В этом ничего страшного нет. Будем ждать продолжения тренда и рост доллара по отношению к канадскому доллару. Сегодня опоздавшим рекомендую рассмотреть покупки только при пробое уровня дня, только при преодолении уровня 1.3615. Ну что ж, настало время рассмотреть металлы, золото и серебро. Игорь пишет: главный уровень по канадцу. Игорь, главный уровень по канадцу расположен по цене 1.3450. 1.3450, уровень, выше которого мы с вами имеем право рассмотреть открытие ордеров на бай и только на бай. По металлу золота тренд бычий, все еще остается бычьим. По металлу золота вчера открыть ордер на бай мы с вами не смогли, не имели права. Не было сигнала со стороны медведей, не было активности со стороны медведей, поэтому открыть ордер на бай мы с вами не имели права. Сегодня уровень дня расположен по цене 1268,58. Уровень, ниже которого медведи уже дали себе знать. Сегодня во время азиатской сессии 2 часа подряд металл торговался с понижением, все еще торгуется с понижением. Если, конечно, мы с вами сегодня увидим возврат цены в зону покупок при пробое уровня дня, при преодолении уровня 1268,58, можно будет открыть ордер на бай по тренду. А главный уровень по металлу золота расположен по цене 1261,18. Вчера, кстати, медведи тестировали этот уровень. Им не удалось преодолеть этот барьер. Эту поддержку преодолеть им не удалось. Торговля все еще ведется в зону покупок, так что продолжаем торговать по бычьему тренду. Ну и что касается последнего инструмента, это серебро, металл, по которому торговля ведется с понижением по тренду, по медвежьему тренду. Ведь главный уровень расположен по цене 18.45, уровень, ниже которого имеем право открыть ордер на sell. Вчера открыть ордер на sell мы с вами должны были при пробое уровня дня. Открыть ордер на sell нужно было с уровня 17.52. Такой цены было. Ну и стоп-лосс нужно было выставить за пределами максимальной цены 25 апреля, выше уровня 17, даже 18.05, примерно с небольшим запасом. Опоздавшим сегодня рекомендую рассмотреть продажи с уровня 17.41, но только после пробоя этого уровня. Как видите, во время азиатской сессии медведи еще не сумели преодолеть этот барьер. Были попытки, но медведи встречали поддержку, и каждый раз металл разворачивался и продолжал торговаться против тренда. Тренд медвежий, сигнал со стороны быков получен. Ждем пробоя уровня дня и продолжения тренда. Ну что ж, нам с вами осталось примерно 6 минут. За эти 6 минут я готов ответить на ваши вопросы. И рассмотрим валютную пару британский фунт, японскую иену. Была такая просьба со стороны Надежды. Так что давайте мы с вами откроем график валютной пары, британский фунт, японская иена, и оценим ситуацию по валютной паре британский фунт, японская иена. Ну что ж, тренд бычий однозначно. По валютной паре британский фунт, японская иена, тренд бычий. Открыть ордер на бай вчера мы с вами смогли. Давайте я вам сперва расскажу про то, как нужно было действовать вчера, и позже мы с вами рассмотрим сегодняшнюю ситуацию. Вчера
Мы с вами должны были открыть ордер на buy по цене 142.61. Вчера во время азиатской сессии в первые два часа медведи дали себе знать. В первые два часа мы с вами увидели активность со стороны медведей. После пробоя уровня вчерашнего дня и возврата цены к этому уровню мы с вами должны были открыть ордер на buy по цене 142.61. Итак, уровень 142.61, уровень для тех, кто планировал открыть ордер на buy по тренду, выставляя стоп-лосс за минимум 25 апреля, ниже уровня 140, даже 139.90 с небольшим запасом. Размер стоп-лосса примерно 270 пунктов. Это если, конечно, открыть ордер по правилам. Но если вы, конечно, не готовы выставить стоп-лосс на уровне 139.90, рекомендую выставить стоп-лосс за минимум вчерашнего дня, ниже уровня 142.20. Более того, сейчас торги ведутся по цене намного выше. Так что те, кто открыли ордер на buy, те, кто в рынке сейчас с профитом, около 90 пунктов и в ожидании продолжения тренда и рост британца по отношению к японской иена. Я пока что не вижу никаких причин о развороте, я пока что не вижу никаких причин продавать, так что рекомендую в дальнейшем рассмотреть открытие ордеров на buy и только на buy. Сегодня с первого же часа валютная пара начала торговаться с повышением, поэтому сегодня пока что продолжаем оставаться вне рынка. В рынке только те, кто открыли ордер на buy вчера или в предыдущие дни. А тренд бычий давным-давно, и если точнее, то в последние две недели нам с вами нужно было торговать только в сторону быков. В последние две недели быки активны на рынке, но и те, кто открывали ордера в сторону тренда, получили возможность открыть ордер по цене наилучше и фиксируя прибыль в два или даже в несколько раз больше. Ну что ж, у меня на этом все. Игорь пишет, британский фунт, австралийский доллар, если можно. Хорошо, давайте мы с вами рассмотрим и валютную пару. Британский фунт по отношению к австралийскому доллару. Во-первых, на дневном графике нам с вами необходимо будет определить направление тренда. Ну что ж, Игорь, по валютной паре британский фунт, доллар, австралийский доллар, тренд бычий. Главный уровень расположен по цене намного ниже. Вчера нужно было рассмотреть открытие ордеров на buy. Правда, нам вчера рынок такую возможность не предоставил. Так что вчера мы с вами остались вне рынка. Сегодня пока что, хотя нет, сегодня давайте еще раз проверим. Нет, сегодня пока что открыть ордер на buy мы с вами также не смогли. Ну, в последний раз открыть ордер на buy мы с вами должны были в день 3-4 дня не было возможности открыть ордер на buy. Вот, в понедельник открыть ордер на buy не смогли, не имели права. Во вторник тоже не смогли, в среду также не смогли. Как видите, в эти дни валютная пара чуть не с первого же часа торгуется с повышением, не предоставляя возможность тем, кто торгует против тренда. Сегодня, перед тем, как открыть ордер на buy, рекомендую сперва дождаться медвежьего сигнала ниже уровня 1.71.83. Только ниже этого уровня будем ждать активность со стороны медведей. Не было активности сегодня, поэтому пока что открыть ордер на buy мы с вами не имеем права. Ну что ж, у меня на этом все. Павел пишет, вчера вот сделку открывал по евро-доллару против тренда и отправил скриншот.
Павел, да, я с вами согласен. Но опять же, наша задача все-таки состоит в том, чтобы открыть ордера по тренду. Все коррекции, все движения против тренда я пропускаю. Этим самым я получаю возможность избежать получения стоп-лоссов, отрицательных результатов, когда валютная пара предоставляет ложные нам сигналы. Да, вчера движение вниз было, вчера было движение против тренда. Те, кто вчера открывали ордера против тренда, то, конечно, сумели заработать. Но все-таки я придерживаюсь торговли по тренду. Ну и давайте я поделюсь своими результатами. На данный момент по открытым ордерам у нас небольшая прибыль, плюс 320 чем-то долларов. Ну и с учетом открытых ордеров баланс счета составляет чуть больше 11 140 долларов. Торговля ведется с 11 января этого года. Рост вот уже 12%. Рост уже составляет примерно 12%. Депозит был на 10 тысяч долларов. Сейчас у нас 11 100 с чем-то долларов. Максимальная просадка в моем случае 4%, не больше. То есть при максимальной просадке в размере 4% мне удалось заработать на данный момент 12%. Вот она, максимальная просадка, чуть-чуть больше 4%. Ну и хочу также обратить ваше внимание на то, что в среднем мне удается на сделку заработать 165 долларов, а в случае убытка я теряю 63 доллара. То есть соотношение, как видите, почти что даже 1 к 3. Даже если я и получу 2 стоп-лосса подряд, достаточно закрыть ордер по take profit, этим самым мы с вами не только сможем компенсировать полученный убыток, но и даже заработать. Так что я рекомендую всем торговать по правилам, рекомендую торговать по тренду и придерживаться основных правил money management, открывая ордера при соотношении 1 к 2 и не меньше. Ну что ж, у меня на этом все. Будем прощаться. Я надеюсь на то, что всем все понятно, всем все доступно. Следующий семинар состоится сегодня же вечером в 16:45. В это время у нас запланирован семинар по Фибоначчи, так что если вы хотите ознакомиться с моими прогнозами и рекомендациями по Фибоначчи, жду вас сегодня вечером в 16:45. С вами, как обычно, был Сергей Багрий. У меня на этом все. Так что всем хорошего дня, хорошего вечера. Берегите себя. До скорой встречи. До свидания.